Сериал «Бомба» – это история молодых ученых, которые получили от государства сложнейшие задания. Здесь мы увидели и историческую достоверность, и художественный вымысел, без которого создание картины было бы невозможно. Проект «Бомба» рассказал о конкретном отрезке времени, когда лучшие умы Советского Союза буквально сделали невозможное и создали атомную бомбу. Эта история была рассказана режиссером полностью и не требует продолжения. То есть второго сезона сериала «Бомба», к сожалению, не будет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.